Эпопея с отключением газа в одном из подъездов дома 10Б по улице Чкалова, похоже, благополучно завершилась. Напомним, что в течение 5 последних дней жильцы 15 квартир оставались без горячей еды и воды. Отключение газоснабжения сразу всего подъезда произошло по вине собственников квартиры 51. Газовое оборудование они подключили самовольно и с нарушениями, что могло создать угрозу утечки. Конфликтная ситуация в доме 10Б осложнилась еще и тем, что собственники жилья неоднократно отказывались впускать в квартиру газовщиков. К решению болезненного вопроса подключились различные инстанции. В итоге накануне вечером газоснабжение дома было восстановлено практически полностью, за исключением проблемной квартиры. В ней специалисты приступили к работам по приведению газового оборудования в нормативное состояние. У нас все нормально сейчас. Проблема с газом была решена. Вчера был подключен газ во все квартиры, кроме квартиры 51, где собственником является Попова Марина Геннадьевна. Все квартиры проверены и подключены. Теперь это остается проблемой одной квартиры 51, где отключен газ. Хочу поблагодарить Управление жилищной политики администрации округа Муром и компанию «Меридиан», наше телевидение. Большое вам спасибо.